Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Игоря. И, как обычно, у нас коллекционер. Не помню, какой он уже по счету. Куча трешечка сегодня. Веселые роллинги. Поехали смотреть аккаунт. Exorcist. Вот так вот как-то называется. Или экзорцист, короче, неважно. Находится он в гильдии Белый Барс. Босс 21.00, потом лава, скоро обнова. Вот так вот. 100% скоро будет обнова. Поехали, посмотрим, что там у нас у него есть. Чего нету, командоры вижу нет, Тесса нет, Анубиса нет, Некроса нет. Все печально, Ронина нет, Мохнатки нет, Деда нет, Буги нет, Фрэнки нет, ничего нет. Аккаунт бездонатный. Самоцвета накопленные, вот так вот. Что-то к обнове не подготовился. Надо по-любому вот так вот сделать. Так, у нас сегодня коллекционер, короче, как всегда, все то же самое. Раз в две недели, ведьма, все дела. Поехали. Поехали, let's go. Смотрим его алтарь. Стрелок, отлично, Фрея, отлично, отлично, супер, просветы, ремка, ну, я скажу, неплохо, как для бездоната уже неплохие у него талантики есть. В общем, играть плюс-минус можно. Стрелка, конечно, не стрелка, а купа надо качать. Ну что, поехали, не будем терять время. Будем трешевать. Сливать. Выбивать. Сразу же нам падает фея. Варлок. Пожалуйста, седна. Почему бы и нет. Куб. Кенди. Кенди и два шамана. Сразу же три эктоплазма. Это значит, что скоро нам упадет. Скоро нам упадет одержимый. Такое себе. Бигфут. Там, где надо, он нам не упал. Здесь он упал. Просто изи. Бугимен нужен был. На тебе бугимена. Пожалуйста. Пожалуйста, вот, бери, забирай. Что-то, блин, сегодня вообще просто нереально падают герои с последних. Я даже, честно говоря, удивлен. Ну, Седна у него есть, но Бугича выбили. Блин, Родина неплохо было бы и Деда вытащить. Let's go. Так, судя по всему, пора идти в рейда. Рыцарь. Была медуза, появится скин. Так, ладно, все, после паладина однозначно идем. Идем сливаться. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Так, отлично. Просто супер. Надеюсь, точно так же сейчас посыпят нам недостающие герои. Призрачный душек, Дрейк. Тыква. Ну, падают вроде. Не знаю, что там мы хотя бы с десятку студенных собрали. Смерть. Дед Мороз, ну наконец-то, блин. На таком аккаунте Деда Мороза не было. Ну это вообще. 9.15. Обычно печаль, ребят. Печаль полная.
Ну, Дед Мороз, Бугимен, это, конечно, хорошо. Варлок. О! И он тоже нам не нужен. Блин. Еще один Дед Мороз. Ну, падают легенды, блин. Ну, круто падают. Не падает то, что нам надо. Это судьба. Походу, нам не хватает одного. А, нет, двух. Двух не хватает. Жизнь, боль. Если бы одного. Ну, эктоплазм. Вот интересно, упадет, не упадет. Упадет. Значит, ход конем не упадет. Значит, не упадет. Точно так же, как и всем. Хотя мы выбили, в принципе, Бугимана, неплохого героя. Но такое себе. Не особо уверенный такой роллинг по сравнению с предыдущими. Ну чё? Бульдозер. Эх, а я надеялся. Ну, я. В принципе, все в одинаковых условиях. Так, хорошо, что мы имеем? Асура, боги, Седна. Асура нам нафиг не нужен. Вроде как. Дедушка Асурик у него уже есть. Ну, дедушка Буги. Странно, что у него при таких героях не было деда. Ну, на каждом аккаунте падает по-разному, тут ничего не поделаешь. Так, Бугимен есть. Ну, даже по сути Биг, Сиэтна, Асура. За 40к, ну, неплохо. Может, он дедов просто не открывал, хотя нет. Просто их не было. Ну, дед ему для подземок, я не знаю, у него есть. Анубис, он должен нормально был пройти уже. Не, застрял. Странно. Очень странно. Так, что там у нас по талантам получилось? Асурик, блин, чуть-чуть рогатка. Блин, вот часто, кстати, падают герои с пятыми. Так, а деда я что-то не посмотрел. Дед Сутикаха. Ресурсами у него напряг. Что есть, то есть. Итак, поздравляю, в принципе, герой довольно-таки хорош. Обзорчик на него уже не раз делал. Поэтому неплохой вариант на PvP локации однозначно. Да, еще и с коркой. Но корка, конечно, для него это не то, что надо. Но за неимением ничего. Вот он еще притаил самики. Ну ладно, мы их трогать не будем. Хотя... Давайте потрогаем. Надо добить. Если не добьем, сделаем ход конем. Один. Сейчас один мы не выбьем просто. Рыцарь. Гаргул. Малышник.
Ну, потратил. Ладно, потратил я ему чуть-чуть больше, но зато хоть выбили. Потому что СО ему надо, и в принципе водушка ему тоже нужна. Так, что мы имеем? Варианты. Ну, можно сюда СО поставить будет, и сюда поставить водушку. В принципе, тыковка у него будет неплохая. В принципе, больше вариантов никаких нету. Это самый лучший вариант, это сюда поставить. Более здесь каменка есть, остальные прокачаны. В общем, он сам решит. Поздравляю тебя с бугиманом. Можно, в принципе, и бугику влепить. Я показывал тоже, но я бы, наверное, его все-таки в данном случае собирал на урон. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.